сентябре 1941 года Москва уже мало напоминала полный жизни столичный город. Зенитные пушки, смотрящие в небо. Серые аэростаты, висящие над городом. Баррикады и противотанковые ежи на улицах. Оконные стекла, заклеенные полосками бумаги, угрожающе дребезжащие во время бомбежки. Вот так вот тщательно. А ночью город погружался во тьму. «Свет в окне, помощь врагу», предупреждали москвичей плакаты ПВО. Столица готовилась к обороне. В это время Сталинград еще был глубоким тылом. Лишь бинты на солдатах, выходящих из госпиталей, напоминали о грохотавших где-то далеко боях. Но в цехах и на полигонах Сталинградского танкового завода шла напряженная работа. В летних сражениях 41 года Красная армия терпела поражение, но приобретала опыт. Частью этого опыта стало обучение танкистов прямо на заводах. Если раньше даже мелкие неисправности приводили к тому, что экипаж на марше просто бросал танк, то теперь бойцы могли устранить поломку сами. Они получали Т-34, за сборкой которого следили с первого дня. Командиром одной из сформировавшихся в Сталинграде танковых бригад был 40-летний полковник Михаил Катуков. Катуков Михаил Ефимович, дважды Герой Советского Союза. Начал войну командиром 20-й танковой дивизии, учебно-боевой парк которой состоял из старых машин. В августе 1941-го сумел вывести остатки своей дивизии из окружения. Первым предложил и отработал тактику танковых засад в обороне. 23 сентября 1941 года новенькие 34-ки погрузили на платформы. 4-я танковая бригада Михаила Катукова направлялась под Москву защищать столицу. Москва уже чувствовала дыхание войны. Первый налет немецких бомбардировщиков на город состоялся ровно через месяц после начала боев в ночь на 22 июля 1941 года. Немецким пилотам говорили: «Вы бомбили Англию. Над Москвой будет намного легче. Если русские и имеют зенитные орудия, то немногочисленные. Они не располагают прожекторами, аэростатами и ночными истребителями». Однако вскоре от этих иллюзий не осталось и следа. Небо Москвы защищали более 1000 зенитных орудий всех калибров. Советские ночные истребители атаковали немецкие самолеты при свете прожекторов. Одиночные аэростаты поднимали на высоту до 2,5 километров, а тандемы — до 4,5, то есть выше, чем в небе над Лондоном. Из-за опасности столкновения с остальными тросами аэростатов немецким бомбардировщикам приходилось набирать высоту, таким образом жертвуя точностью попадания. Но бомбы все же достигали цели. Горели вагоны товарной станции Белорусского вокзала, телефонная станция, военные склады. На территорию Кремля упало 6 зажигательных и 1 фугасная бомба весом 250 килограммов. Она пробила крышу Большого Кремлевского дворца и потолочные перекрытия Георгиевского зала, однако не взорвалась. В ночь с 11 на 12 августа у Никитских ворот упала бомба в 1000 килограммов, которая при взрыве образовала воронку глубиной 12, а диаметром 32 метра. Но к сентябрю налеты сошли на нет. Потери немецких самолетов явно не соответствовали ожидаемому результату. Справка. За весь период войны на Москву было совершено 134 налета, сброшено 1526 фугасных и 45 тысяч зажигательных бомб. Самый массированный налет произошел 29 октября 1941 года. В нем участвовало более 300 бомбардировщиков. Взрывы бомб повредили Большой театр, здание МГУ на Маховой улице и один из корпусов ЦК партии на Старой площади. В этот день было сбито 47 самолетов противника.
План нападения на СССР предполагал взятие Москвы в течение первых 3-4 месяцев войны. Однако бои за Смоленск задержали германское наступление на Москву на 2 месяца. Затем последовали сражения за Ленинград и Киев. И возобновить наступление на столицу немцы смогли только 30 сентября. Шел 4-й месяц войны. Советское командование предполагало, что немцы ударят вдоль шоссе Смоленск-Ярцево-Вязьма. На этом направлении и заняли оборону самые сильные войска Красной Армии во главе с Константином Рокоссовским. Однако немцы, любившие наступать вдоль крупных магистралей, на этот раз тактику изменили. Наступать на советскую столицу предстояло войскам группы армий «Центр». Для ее усиления от Ленинграда к Москве немцы скрытно перебросили 4-ю танковую группу Эриха Гёбнера. Чтобы скрыть этот маневр, немцы под Ленинградом оставили только радиста штаба. Справка. Каждый радист, работающий азбукой Морзе на ключе, обладает своей неповторимой манерой передачи сообщений, называемой почерком. Специалисты по радиоперехвату могут без труда определить, кто именно передает радиограмму. Одинаковых почерков не бывает, как не бывает одинаковых отпечатков пальцев. Перехватывая радиограммы со знакомым почерком, советская разведка полагала, под Ленинградом находятся и войска Гёбнера. Однако там оставались только рация и радист. Эрих Гёбнер, генерал-полковник. Солдаты называли его «старый кавалерист». Однако он был одним из первых, кто понял потенциальные возможности механизированных войск. Перед началом войны назначен командиром 4-й танковой группы. Впервые на одном направлении действовали сразу 3 танковых группы – Гёбнера, Гудериана и Гота, которого в октябре сменил генерал-полковник Рейнгард. По замыслу немецкого командования, сосредоточенные удары танковых групп должны были привести к окружению и уничтожению основных сил Красной Армии, оборонявших Москву. Операция получила наименование «Тайфун». Первый удар немцы нанесли под Брянском. Командующий фронтом генерал-полковник Еременко считал, что немцы будут наступать прямо на Брянск, крупный узел дорог. Однако утром 30 сентября танки Гудериана атаковали гораздо южнее, в районе Шостки и Новгорода-Северского. Гейнс Вильгельм Гудериан, генерал-полковник, отец немецких танковых войск. Именно Гудериан задал стиль командования войсками с передовой. Ключевые решения он принимал, наблюдая за происходящим на поле боя своими глазами. Уже через 3 дня танки Гудериана вышли в тыл войскам Еременко, окружив главные силы фронта. Еще через 2 дня немцы подошли к Орлу и двинулись к Туле. Чтобы задержать Гудериана, советское командование приняло необычное решение. На своей территории, в Орле, где практически не было войск, выбросить десант. На опустевший аэродром на посадку зашли гиганты ТБ-3 и Ли-2. Немцы открыли шквальный огонь, и последним самолетам пришлось уходить на другой аэродром. Но более 6000 солдат с вооружением и техникой перебросить удалось. Перерезав шоссе Орел-Мценск, десантники вступили в бой с немецкими передовыми частями. А вскоре им на выручку подошли и новенькие 34-ки из Сталинграда, 4-я танковая бригада полковника Катукова. Справка. Танковые бригады пришли на смену разгромленным механизированным корпусам. Механизированный корпус имел в распоряжении 36 тысяч человек, 1031 танк, артиллерию и другую технику. Управлять такой массой было довольно сложно. Новые танковые бригады насчитывали всего 3000 человек, 91 танк и артиллерию и оказались гораздо мобильнее. Под Мценском Катукову и предстояло опробовать в бою тактику танковых засад, продуманную на полигоне под Сталинградом. Суть засады состояла в выборе укрытия для танка.
складках местности, за скирдами, кустарником или строениями готовилось несколько позиций, чтобы танк во время боя мог их менять. Кроме того, готовились ложные позиции, на уничтожение которых противник расходовал бомбы и снаряды. Осенью 41-го пушки Т-34 поражали любой немецкий танк с километра. Но ключ к успеху заключался в хладнокровии танкистов, стоявших в засадах. Катуков приказывал: только тогда, когда вражеские машины подходят на 200-300 метров, засады открывают огонь по атакующим в упор, наверняка. Действуя против колонны немецких танков, сначала огонь открывался по головной машине, а затем по замыкающей. Создав таким образом затор, советские танкисты расстреливали всю колонну. Именно в бригаде Катукова служил советский танковый ас Дмитрий Лаврененко. Всего за 2.5 месяца войны он провел 28 боев и уничтожил 52 танка, став самым результативным танкистом Красной Армии за всю войну. Тактика танковых засад оправдала себя полностью. Время, выигранное Катуковым, позволило укрепить оборону Тулы, и наступление Гудериана южнее Москвы было остановлено. Но когда в Орле высаживался советский десант, немцы нанесли главный удар. Их танки обрушились на резервные и западные фронты в тех местах, где их не ждали, по обе стороны от шоссе Смоленск-Вязьма. Советская оборона на этих направлениях была слабой, и остановить немецкие танковые клинья оказалось невозможно. Прорыв немецких танковых групп заставил ставку Верховного Главнокомандования задуматься об отходе на восток. 4 октября Конев доложил Сталину об угрозе выхода противника в тыл его войск. Но команды отступать не поступило. Через 2 дня после начала сражения советское командование еще отказывалось поверить в свой безусловный проигрыш. Гитлер же подобных сомнений не испытывал. В тот же день, 4 октября, с трибуны берлинского спортпаласа он выкрикнул толпе: в эти часы на Восточном фронте происходят грандиозные события. Уже 48 часов ведется новая операция гигантских масштабов. Она приведет к окончательному уничтожению врага на Востоке. Ставка санкционировала отход войск лишь на следующий день. Но было уже поздно. В районе Вязьмы части 2 немецких танковых групп встретились, и отступающие советские войска попали в кольцо. И те дивизии и полки, которые избежали окружения, не оставались единым организмом. Начался драп-марш. Таким горьким словом называли солдаты 41-го паническое бегство армии. Столкнувшись с превосходящим по силе противником, войска были деморализованы. Даже в официальные документы просачивались слова о состоянии людей. Из донесения штаба 43-й армии: особенно свирепствует авиация. Она совершает систематические налеты группами по 20-25 самолетов. Все оставшиеся стали какими-то очумелыми. Авиаудары выводили из равновесия даже закаленных в боях солдат и командиров. «Юнкерс» Ю-87 «Штука» — пикирующий бомбардировщик, один из символов немецкой молниеносной войны. Самолеты по очереди пикировали на цели, с большой точностью поражая их тяжелыми бомбами. Затем самолеты выстраивались в круг, сбрасывали легкие бомбы и огнем пулеметов уничтожали второстепенные цели. Эта карусель могла продолжаться около часа. Случалось, что после такого налета наземные немецкие части почти не встречали сопротивления. Передовая была мертва. Главные силы группы армий «Центр» сдерживали окруженные армии Конева и Буденного. Но несколько танковых и моторизованных дивизий, в том числе эсэсовская «Райх», двинулись на восток. Им предстояло стать теми счастливцами, кто первыми войдет в русскую столицу. На их пути к Москве находился лишь один отряд – группа парашютистов-диверсантов под командованием майора Старчака.
205 километров отделяло немцев от Москвы. Десантники, вооруженные лишь винтовками и бутылками с зажигательной смесью, на несколько часов задержали немцев у моста через Угру. Из 430 человек, принявших в тот день бой, в живых осталось всего 29. Отступая, десантники продолжали сражение. Когда к ним на помощь подошла танковая бригада, на придорожном столбе стояла цифра 180. Немцам удалось продвинуться всего на 20 километров. Однако войска трех фронтов, которые еще несколько дней назад стояли многотысячным щитом перед Москвой, уже не могли ее защитить. Спасти страну и армию в такой ситуации мог только действительно незаурядный человек. Когда стали понятны масштабы катастрофы и был дан приказ на отход, Сталин вызвал из осажденного Ленинграда генерала Жукова. Прибыв в Ставку и бегло ознакомившись с обстановкой, Жуков сделал простой, но страшный вывод. Фронта обороны на западном направлении фактически уже нет. Образовалась ничем не заполненная большая брешь, которую нечем было закрыть, так как никаких резервов нет. Все пути на Москву по существу открыты. Произнесенные Гитлером слова, казалось, становились реальностью. Однако окружение советских войск под Вязьмой еще не означало их уничтожение. Немецкие танки, стоявшие по периметру Вяземского котла, держали советские войска в кольце, но на Москву не шли. К Москве пока продвигалось только несколько немецких дивизий. Перед Жуковым стояла задача остановить эти передовые немецкие части и заново организовать оборону столицы, пока на нее не обрушилась вся мощь группы армий «Центр». Последним препятствием на пути немцев к Москве была Можайская линия обороны в 120 километрах от столицы. Можайская линия – первая советская оборонительная линия противотанковой направленности длиной около 250 километров. Она состояла из противотанковых рвов, бетонных долговременных огневых точек ДОТов, где могли устанавливаться как пулеметы, так и противотанковые пушки. К началу октября на Можайской линии находились только строители. Жукову предстояло заполнить эти укрепления войсками. Первыми туда направили курсантов московских военных училищ. Бросать в бой будущих офицеров командование любой армии решалось только в критические моменты, но ситуация под Москвой становилась уже просто отчаянной. Защитить фронт длиной более 200 километров одними курсантами, конечно, нельзя. Требовались резервы. Теоретически они были, 7 формируемых стрелковых дивизий. Но необученные части смогли бы задержать противника в лучшем случае на несколько часов. В этих условиях советскому командованию пришлось принять одно из самых трудных решений за всю войну. В сентябре 41-го в блокадном Ленинграде уже начинался голод. Доставлять продукты в город становилось все труднее, и командование накапливало под Ленинградом силы для прорыва блокады. Но спустя несколько часов после катастрофы под Вязьмой эту операцию отменили. Ленинградские дивизии получили приказ грузиться в эшелоны. Поезда пошли под Москву на Можайскую линию обороны. Солдаты дивизии «Райх», первыми устремившиеся к Москве, вскоре пожалели о своей участи первооткрывателей. На Бородинском поле, где в 1812 году произошло сражение с армией Наполеона, свои позиции заняла прибывшая из Дальнего Востока 32-я дивизия Виктора Полосухина. Примечательно, что штаб дивизии располагался именно там, где в сентябре 12 года находился командный пункт Кутузова. Первые немецкие танки показались на шоссе Москва-Минск. Они шли по магистрали колонной по два. По обеим сторонам дороги располагались советские доты с противотанковыми пушками. У деревни Ельня шоссе спускалось в глубокую лощину к реке. Дождавшись, когда танки спустятся в низину, советские артиллеристы открыли огонь.
Развернуться танки не могли, и на дороге образовался затор. В результате вся передовая колонна была уничтожена. В составе немецких войск находилось 4 батальона французских добровольцев. У Бородина фельдмаршал фон Клюге обратился к ним с речью, напомнив, как во времена Наполеона французы и немцы здесь вместе сражались против русских. На следующий день французский легион ринулся в бой, но не выдержал даже первой советской контратаки и был полностью разгромлен. Уцелевшие французы отошли в тыл, а затем их отправили на запад. Приказ командующего Жукова был однозначным – продолжать упорную оборону на Можайском рубеже. Каждый день, выигранный в этих боях, давал возможность подтянуть из глубины страны к Москве еще одну часть. За 5 дней немцам удалось продвинуться всего на 300 метров. Дивизия «Das Reich» несла огромные потери. Большинство командиров убиты или получили ранения. Немцы попытались сломить сопротивление защитников Москвы шквалом огня. Иван Макуха, курсант Подольского артиллерийского училища. От прямого попадания в ДОТ нас сбивало с ног взрывной волной, осыпало бетонными осколками, из глаз и ушей выступала кровь. Получив подкрепление, немцы усилили натиск. 13 октября пала Калуга, 16 октября – Боровск, 18 октября с Бородинского поля отступила и дивизия Полосухина. Величайшим напряжением сил удалось остановить врага у рек Протва и Нара. Но к этому времени Жуков успел укрепить фронт. Донесение штаба 57-го немецкого танкового корпуса из района Можайска. Последние бои за овладение русскими позициями были самыми ожесточенными за весь период кампании в России. Потери в танках с начала операции до середины октября сильно возросли. Немцам, первым оказавшимся около Москвы, теперь мало кто завидовал. Москва защищалась всеми доступными средствами. В сторону фронта для проведения заградительных работ направили 8 отрядов. Они минировали Московское шоссе, Подольское, Старокиевское, Киевское, Можайское, Звенигородское, Ленинградское, Дмитровское и другие. Были заминированы все мосты, возводились заграждения на железных дорогах. В общей сложности более 150 минных полей преграждали путь немецким войскам к Москве. Вокруг столицы устраивались лесные завалы. В лесу бригады по 5-7 человек, работая на расстоянии 50-70 метров друг от друга, подпиливали сосны, которые, падая в сторону возможного движения танков противника, образовывали непроходимые препятствия. Справка. Общая площадь лесных завалов вокруг Москвы составила 53 185 гектаров. Это примерно 5 на 105 километров лесных площадей. Тем временем армии, окруженные у Вязьмы и Брянска, не капитулировали, как того ожидали немцы. В котле советские части дали свой последний бой. Для борьбы со сражавшимися частями Красной Армии немцам пришлось выделить 24 дивизии из тех, которые в это время должны были уже наступать на Москву. Командир 7-й танковой дивизии вермахта фон Функ. Последовавшие после окружения русских бои относятся к числу самых тяжелых, какие только приходилось вести дивизии. Целые гренадерские взводы уничтожены до последнего человека.
Сломить сопротивление окруженных частей немцам удалось лишь после недели боев. На двух советских фронтах под Вязьмой и Брянском сражалось 580 тысяч человек. 130 тысяч из них убиты, ранены и пропали без вести. Значительная часть войск оказалась в плену. Из окружения вышло около 85 тысяч человек. Командующего Брянским фронтом Еременко, получившего тяжелое ранение, самолетом эвакуировали в Москву. Погибли командующий 50-й армией генерал-майор Петров, командующий 24-й армией генерал-майор Ракутин. Оказались в плену командующий 20-й армией генерал-лейтенант Ершаков, погиб в немецком концлагере. Командующий 32-й армией генерал-майор Вишневский, освобожден из концлагеря в 1945 году, восстановлен в звании с возвращением всех наград. Был ранен и попал в плен командующий 19-й армией генерал-лейтенант Лукин. Лукин Михаил Федорович освобожден из плена в 1945-м. Когда об этом доложили Сталину, тот сказал Коневу: «Передайте Лукину благодарность за Москву». На личном деле Лукина рукой Сталина написано: «Преданный человек». Звание восстановить, по службе не ущемлять. Стояла середина октября. В то время как основные силы группы армий «Центр» заканчивали ликвидацию окруженных советских армий, Жуков подтягивал все новые части к Москве. Начались осенние проливные дожди. Позднее неудачи октябрьского наступления немцев на Москву стали объяснять исключительно погодными условиями. Однако раскисшими дорогами пользовались обе армии. И если немцам они мешали наступать, то Красной армии они мешали обороняться. Из воспоминаний Катукова. Даже 34-ки садились днищем на междуколейные бугры. Экипажи прилагали нечеловеческие усилия, чтобы вытащить застрявшие боевые машины из грязи. Штабные автомобили шли на буксире у танков, иначе бы им не пробиться. Сам генерал-фельдмаршал фон Бок называл причиной своей неудачи недооценку способности противника к сопротивлению, а также его резервов. Трудности распутицы он упоминал тоже, но лишь как один из пунктов. Наступление немцев приостановилось. В этот момент, когда казалось, что самое страшное для Москвы уже позади, в городе началась паника. Еще 15 октября из Москвы в Куйбышев эвакуировали ЦК партии, большинство министерств, посольства иностранных государств. А на следующий день часть предприятий города закрылась, готовясь к эвакуации. Многие рабочие остались без работы. На рассвете началась эвакуация учреждений. По распоряжению Кагановича прекратил работу метрополитен, и его начали готовить к взрыву. Из парков не вышли трамваи, не открылись магазины и булочные. Улицы, ведущие на восток, заполнил автотранспорт. Из разных частей города потянулись толпы людей. Вражеская авиация усилила налеты на столицу. Активизировались шпионы и провокаторы. Началось разграбление магазинов. Обстановка требовала принятия срочных мер. 17 октября по радио выступил первый секретарь Московского горкома Александр Щербаков. Он заверил жителей, что Москву не сдадут. Силами войск НКВД в течение дня в городе восстановили порядок. Москву объявили городом на осадном положении. Везде выставили посты, проверяли документы на вывозимые ценности. По приговорам военных трибуналов многих паникеров и расхитителей расстреливали. Всех уволенных москвичей вернули на работу, а по городу развесили огромные афиши с предстоящими концертами в Москве Любови Орловой. На многих горожан такое объявление подействовало успокаивающе. Если назначено выступление любимой актрисы, то положение не настолько ужасно. Действительно, к началу ноября фронт на подступах к Москве уже обрел достаточную устойчивость, хотя говорить об успехе было преждевременно. Лозунгом тех дней стали слова «Ни шагу назад». И Жуков проводил этот лозунг в жизнь максимально жесткими мерами.
4 ноября командирам фронта зачитали приказ о наказании командования 133-й стрелковой дивизии. За невыполнение приказа об обороне города Руза и самовольный отход занимаемых позиций командира дивизии Герасимова и комиссара Шабалова расстреляли. Вместе с тем необходимо отдать должное советскому руководству. Лозунг «Ни шагу назад» касался всех. Сталин остался в Москве и 7 ноября принимал парад на Красной площади. Парад готовился в режиме строжайшей секретности. О нем не сообщили даже командирам частей, которым предстояло участвовать в смотре. Приглашения на торжество развозились в ночь на 7 ноября. В последний момент время начала парада перенесли с привычных 10 утра на 2 часа раньше. Утром расчехлили кремлевские звезды. 7 ноября в 8 часов 10 минут все радиостанции Советского Союза передавали речь Сталина на Красной площади. Показательный факт. В течение войны парады больше не проводились. Войска прошли по Красной площади лишь в мае 1945-го. Но парад 41-го имел огромное значение. Правительство СССР и Сталин продемонстрировали всему миру решимость сражаться до конца. Защищали город и его жители. Они строили укрепления и производили оружие. Заводы «Динамо» и имени Калинина наладили выпуск минометов. Производство пистолетов-пулеметов началось на автозаводе и на заводе «Сам». Мины и снаряды производились на заводах имени Владимира Ильича, «Красный пролетарий» и «Борец». Справка. На 5 ноября добровольные пожертвования москвичей в Фонд обороны составили более 80 миллионов рублей. Около 8 килограммов золота, 377 килограммов серебра и 1410 граммов платины стали весомым вкладом в борьбу с врагом. Но не прошло и недели после парада в Москве, как войска группы «Армицентр» получили приказ о возобновлении наступления. К середине ноября земля замерзла, и немецкие танки могли наступать вне дорог. Из приказа штаба 4-й танковой группы. Дни ожидания позади. Нам осталось уничтожить последний рубеж обороны Москвы. Мы должны остановить биение сердца большевистской империи. Москва действительно была сердцем Советского Союза. И дело даже не в том, что в ней находилось правительство. К столице сходилось множество железнодорожных и шоссейных дорог. Если бы немцам удалось захватить Москву, то транспортная система СССР получила бы сильнейший удар.
К началу нового немецкого наступления оборону Москвы существенно усилили. Данные разведки, полученные от Зорге и других агентов, позволили перебросить дивизии с Дальнего Востока. На западные подступы к Москве была направлена и бригада Катукова. На новом месте он, как и другие командиры, выстраивал оборону по приемам, выработанным в боях с танками Гудериана. Понимая, какую роль в успехах противника играет воздушная разведка, Катуков писал: «В связи со снежным покровом отчетливо видны следы пешеходов и машин. В частях это не учитывается, и личный состав ходит по всему району расположения, создавая целую сеть тропинок и дорог, хорошо видимых с воздуха». Катуков предлагал уменьшить количество тропинок и строго следить за этой важной мелочью. Под Москву перебрасывались войска из других участков, а для их передвижения необходимы были дороги. В ноябре-декабре толщина снега под Москвой достигала метра. Для прокладки дорог выбирались кратчайшие направления. С помощью простейшей дорожной техники грейдеры на конной тяге расчищали полосы с разъездами. По обеим сторонам дороги возвышались снежные стены высотой в 2-3 метра. Эти трассы длиной в 100-150 километров напоминали ущелья. Выкрасив машины в белый цвет, водители добивались их минимальной видимости с воздуха. Вторая танковая армия Гудериана возобновила наступление через Тулу в направлении Коломны. Третья и четвертая немецкие танковые группы были переброшены севернее, в район Калинина и Волоколамска. Им предстояло захватить переправы на Волжском водохранилище и обойти Москву с востока. Удар сразу двух танковых групп на одном направлении сделал свое дело. Оборона советских войск дрогнула. Но крушения фронта не произошло. Советские войска лишь отступили к Кистринскому водохранилищу и Клину. Михаил Катуков. Отходили мы с болью в сердце. Каждый километр, отданный врагу, приближал бои к Москве. Уже остались позади километровые столбы с цифрами 60, 55, 53. Легко ли сознавать такое? Теряя танки, Гёпнер и Рейнгард обошли Истринское водохранилище и захватили Клин и Солнечногорск. Южнее Москвы Гудериан обошел Тулу. Но продвижение его танков остановили кавалеристы генерала Белова, действовавшие в пешем строю при поддержке артиллерии. Шли последние дни ноября. Немецкие командиры уже могли в бинокль видеть столицу. Гёпнер даже выдвинул вперед мотоциклистов из армейского инженерного батальона, и 30 ноября они прорвались в Химки. До окраины Москвы оставалось всего 8 километров. По одной версии мотоциклисты были перебиты, по другой поспешно отступили. Этот бросок имел большое пропагандистское значение. Надежд на захват Москвы у немцев оставалось все меньше. Из воспоминаний Гудериана. Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск оказались напрасными. В немецком наступлении наступил кризис. Силы и моральный дух немецкой армии были надломлены. В то время, как немецкие резервы находились на пределе, советское командование сумело сохранить основные силы. Резервные части, проходившие обучение, получили необходимое вооружение и к началу декабря пополнили войска. Одна армия готовилась нанести удар во фланг танковой группе Рейнгарда в районе Солнечногорска. Другая нацелилась на фланг танковой армии Гудериана у Сталиногорска. Еще одна армия образовала заслон под Химками и Красной Поляной. 29 ноября Жуков позвонил Сталину. Командующий фронтом просил верховного главнокомандующего отдать приказ о начале контрнаступления. Вечером того же дня приказ был отдан. Сначала немцы даже не догадывались о возникшей угрозе.
24 декабря командование группы «Армий Центр», исходя из данных разведки, сделало вывод. Боевые возможности противника не столь велики, чтобы он мог этими силами начать большое контрнаступление. Но следующий день принес немцам много неожиданностей. 5 декабря мощным атакам подверглись фланги немецких танковых групп. Наступающие советские части прорывались к клину. Перерезав шоссе, идущее на запад, они стремились окружить врага и не дать ему отступить. Немецкие танковые подразделения отчаянно отбивались, прикрывая общий отход. Оставшиеся без горючего или вышедшие из строя танки и другая техника бросались на обочине. Стремительное отступление тут же сказалось на дисциплине в войсках. Генерал Шааль. Все больше и больше солдат пробивалось на запад без оружия, ведя на веревке теленка или таща за собой санки с мешками картошки. Солдат, погибавший в ходе бомбежек, больше никто не хоронил. Такая же ситуация сложилась и к югу от Москвы под Тулой. Хейнц Гудериан. Мне с болью в сердце пришлось в ночь на 6 декабря принять решение о прекращении бесперспективных боевых действий и об отходе на заранее избранный рубеж. Противники поменялись местами. Михаил Катуков. Призыв «Ни шагу назад» сменился боевым кличем «Вперед!» Гнать врага без передышки, не давая ему закрепиться в населенных пунктах. Напротив, в приказах фон Бока чувствовались недавние жуковские нотки. Я приказываю, что любой отход может быть произведен с разрешения командующего армией, а отступление соединений от дивизии и выше только с моего личного разрешения. 5 декабря ударили по-настоящему сильные морозы. Зима выдалась самой холодной за последние 140 лет. Из дневника немецкого доктора. Русский чувствует себя как дома в этих диких местах. Он сделает печь из пары старых банок из-под бензина. А наши люди жалко стоят вокруг костров и сжигают драгоценный бензин, чтобы согреться. Над вермахтом нависла угроза повторения судьбы армии Наполеона в 1812 году. В результате декабрьского контрнаступления немцев отбросили от Москвы на 120-150 километров. Это было первое крупное поражение вермахта во Второй мировой войне. Весь мир увидел фотографии сотен брошенных автомашин, танков, самолетов и колонны пленных немцев. Стремительный откат доблестных войск от Москвы привел к тому, что в немецких штабах полетели головы. Фельдмаршал Браухич сдал обязанности главнокомандующего сухопутными войсками, командование армии принял сам Гитлер. Фельдмаршал фон Бок был смещен с поста командующего группы армий «Центр», и его место занял Ганс Гюнтер фон Клюге. Гудериан лишился своей должности и вернулся к службе только в феврале 43-го. Эриха Гёбнера уволили со службы, лишили наград и пенсии. Позднее он примкнет к июльскому заговору против Гитлера и будет повешен. Однако неистовые требования Гитлера держаться действия возымели. Войска вермахта сумели организованно выйти из мешков и уплотнить фронт. В нем еще зияли бреши, которые латались по мере прибытия резервов. Оставка приняла решение начать наступление по всему фронту, от осажденного Ленинграда до Черного моря. Желание освободить как можно больше оккупированных городов и деревень было очень велико. Наступление под Москвой продолжалось. Калининский и Западные фронты стремились прорваться к Вязьме и перерезать основную линию снабжения группы армий «Центр». Под Вязьмой даже выбросили воздушный десант из нескольких тысяч человек. Оказавшееся на краю пропасти немецкое командование без колебаний бросило в бой дивизии из Западной Европы и смогло восстановить целостность фронта. Прорвав
Сформировавшиеся к Вязьме советские части, армии Ефремова, Масленникова, кавалерийский корпус Белова и десантники оказались в изоляции и фактически перешли к партизанским действиям. Армия Ефремова, пытаясь пробиться к своим, была разбита, а сам Ефремов, не желая оказаться в плену, застрелился. Такая же судьба постигла армию Масленникова. И лишь кавалеристы Белова лесами, окружным путем вышли в район Кирова и там прорвались к своим. Советским войскам все еще не хватало боевого опыта. Из приказов Жукова. Если вы хотите, чтобы вас оставили в занимаемых должностях, я требую прекратить преступные атаки в лоб населенного пункта. Прекратить атаки в лоб на высоты с хорошим обстрелом. Наступать только по оврагам, лесам и малообстреливаемой местности. Эвакуация промышленных предприятий сказывалась на обеспечении Красной армии. Не хватало танков и боеприпасов. Тактические ошибки, переоценка своих возможностей и недостаток вооружения привели к тому, что в апреле 1942 года советское контрнаступление остановилось. Но закончилась и пора блицкригов. Началась война на истощение, в которой у Германии шансов победить не было. После месяцев тяжких поражений первая победа под Москвой подняла дух войск, жителей страны в тылу и на оккупированной территории. Справка. В результате оборонительных боев за Москву и контрнаступления Красная армия уничтожила более полумиллиона немецких солдат, 1300 танков, 2500 орудий. Для сравнения, потери немцев в польской кампании составили 44 тысячи. На территории Франции 154 тысячи человек. На Нюрнбергском процессе фельдмаршалу Кейтелю задали вопрос. Когда он начал понимать, что план Барбаросса терпит крах? В ответ Кейтель произнес только одно слово. Москва.